Друзья, всем привет! Готовим сегодня ткемали. Это грузинский соус со слив. Я взяла рецепт клопотенко, но немного его видоизменила. Вначале берем сливы, угорка, моем их. Затем после мытья уберем обязательно косточку. Убираем косточку. Далее провариваем в течение 20 минут. Подготавливаем для стерилизации баночки, бутылочки. Протираем через сито для однообразной массы. И теперь добавляем все наши специи. Это столовая ложка соли, 150 грамм сахара, 4 столовых ложки растительного масла, 2 столовые ложки уксуса яблочного и варим 10 минут. Все ингредиенты на 1 килограмм слив. Далее варим 10 минут и закрываем в стерилизованные банки. Соус у меня получился очень вкусный. Не знаю, не такое, как у Димы Клопотенко, но я взяла основу с его рецепта. И мне очень понравилось. Попробуйте, очень вкусно. Самое главное, не уменьшайте красный перец. Его должно быть 10 грамм, не меньше, на килограмм.